Снег загрязнен как бытовыми отходами, так и то, что можно назвать промышленными. То есть мы были в двух местах, и там встречаются и обрезки пластика, и бутылки, и банки из-под различных горюче-смазочных материалов. Но все это является очень опасным. Для того, чтобы объективно судить о степени загрязненности, мы взяли пробу вместе с лабораторией, и через неделю примерно будет готов анализ, и он будет опубликован. Поэтому он будет весь представлен вам. Мы еще раз будем вас приглашать. Если вы обнаружите где-то несанкционированный склад снега или еще что-то безобразие, звоните, мы вместе с вами будем выезжать и бороться с этим безобразием.